там мы с ним сидим и беседуем. Александр Мень, Игнатий Лапкин. С аудио. Это сокровище, которое вообще не оценили. Сокровище. А вот это вот 300 поэтов России, я что вам говорил, за 300 лет, что сказали по определенной тематике. На каждый вопрос я отвечаю 6 поэтов из разной эпохи. В общем, я так поняла, что библиотека должны на ваш сайт, или они должны... Переслать бумагу. Адрес дал. Письмом обыкновенным. А это вам оставляю. Им дать, чтобы себе возьмите еще тоже. Что это православный. Ну и дальше что идет. Тут где-то у меня еще хотелось показать. А вот вы спрашивали, кто издает. Вот мне тут посчитайте. Три строчки. Это и Сбербанк участвует, вот и книги имеют особое свойство. Совершенно падшее, разрушенное, восстанавливать. Ну, лозунг один. Россия должна стать. Представьте. Вот вы-то, когда зайдете на сайт, там фильмы у нас сняты. Один фильм занял первое место в России, второй главный приз на международном киноконкурсе. Документальный фильм о православии. Люди сегодня православие-то не знают, только разговоры один. Так, мы поехали. Спасибо, Господи.